Здравствуйте. Мы продолжаем наши разговоры на политической кухне с гостеприимного салона «Нольте». Если вы нас смотрите, значит, вы или посетитель сайта «Слухи и факты», или смотрите кабельные сети компании «Интеркомтел». Сегодня я, Алексей Машкевич, принимаю у себя в гостях Азиза Мироджудина, совсем еще недавно члена Коммунистической партии России, секретаря Ивановского горкома КПРФ по связям с общественностью, председателя областной организации общества русско-русско, а не российско-афганской дружбы, специалиста по связям с общественностью по прошлой работе, ныне члена партии «Родина». Здравствуйте, Азиз. Здравствуйте. Когда вот я готовился к передаче, меня зацепил такой факт из вашей биографии. Говорят, что на прошлых выборах, на которые вы шли еще как член КПРФ, за фотографию с генеральным секретарем партии Зюгановым вы заплатили в партийную кассу 1 000 000 рублей. Это правда? Нет. Это кто-то, если я сказал, это неправда. Мы, когда уже я не сейчас коммунист, я 27 лет коммунист, нас научили ленинизм, не маоизм. Если у нас был маоизм, да, деньги мы продали, купили. Мы работали только за идею. У меня достаточно уже, я изучал у меня коммунистическую партию, которая раньше в Советском Союзе я работал и учился, что мы только работаем за идею, за родину и патриотом. Ясно, что вы-то за идею, а все-таки за право сфотографироваться с Зюгановым, нет, с вас нет, брали деньги? Нет, добровольный, который я ходил к Геннадию Андреевичу Зюганову, он очень хороший человек, он грамотный человек. Мы сидели, побеседовали, потом меня просили, что у меня на выбор, я кандидат депутатом города Иваново, прошу, он говорит, с удовольствием, давайте фотографируем. И эта фотография, все он за свой счет сделал. Ясно. А сейчас вы в родине. Рогозин изъявляет желание с вами сфотографироваться? Тот раз, вот, который съездил в родину был, я очень благодарю ребятам, которые у руководителя родины работают. Они очень грамотные люди, энергетические люди. И самое главное, что молодежь. Это будущее России, которое мы мечтаем. Как надо молодежи воспитывать, что как патриот за Россию и за свой народ бороться и достойно работать для будущей России. Молодежь молодежью, а с Рогозиным будете обниматься на фотографиях? Я уже фотографировал. С Рогозиным? Да, уже мы на съезде фотографировали. Отлично. Рогозина. Рогозин очень, очень грамотный человек, очень патриот, который... С автоматом? Ой, да, с автоматом, да. Да, у него характер как автомат. Я как-то стоял рядом его, я маленький, он такой большой. Ну да, вы тоже не маленький. Да. Говорят, опять же, что прежде чем прийти в Ивановскую родину, уйдя из КПРФ, вы вели долгие переговоры с гражданской платформой о вступлении в партию. Почему остановились именно на родине? Дело в том, что я, когда вышел из партии Иваново, руководитель Иванова, не за то, что я из коммунистической партии вышел, не за то, что с этой патриотической партии я вышел. Я вышел из той политики, которую руководитель сейчас, региональный район город Иваново, КПРФ, они не вводят как надо для КПРФ, для коммуниста. Вот только за это. Ясно. Разноглазый. А все-таки, почему не пошли в гражданскую платформу? Потому что после этого, когда я вышел из партии, я не хотел никакой партии. Я хотел отдыхать, и как коммунист работал или россиян, или Россия. Но после этого, когда видели, что я из партии вышел, очень много партий ко мне пришли и спрашивали, просили, что, пожалуйста, приходите к нам, берите любой должность и работайте с нами. Ну, я не могу все россиян обижать, они все россиян. Пусть будет, какая разница, его красили, это КПРФ или это Единая Россия, ну, они все, это Россия. Мы должны уважать любой русский, потому что мы здесь Россия. Ну, сегодня такое время, что его называли, это красили по разным имя. Ну, это я не хочу. То есть Единая Россия к вам тоже приходила? Да. Все, мы пошли, с ним поговорили. Отлично. В КПРФ вы были одним из основных спонсоров местного отделения. Как вы думаете, гражданская платформа, Единая Россия, Родина, когда звали вас? Звали лично вас или все-таки с прицелом на ваши деньги приглашали вас? Я вот любой партии, которым ко мне пришли, никто не просил с деньгами.
Когда я в КПРФ, там я работал, ну, у КПРФ я был, никогда там финансово не помогал. Наоборот, я их помогал идеологически, ленинизм. Потому что там, я вам скажу, что если любой коммунист, который сегодня появится в члены КПРФ, дайте вопрос, а вы зачем пришли в партию КПРФ новые? Они скажут, что я вот этот режим, я, мне работа не дает, жить не могу, знаний нету, рабочих нету, детские сады закрыли, школы закрыли. Ну, поэтому я сюда пришел, чтобы бороться, то этого остановимся. Ну, когда спрашивают, что такое Ленин? Они вот так делают. Ленинизм что такое? Не понимает. Марксизм не понимает. Хорошо. То есть денег вы на содержание отделения не давали? Особенно, вот я скажу, что вот партия Родина, которую мы пришли, здесь люди все бесплатно работают. Они патриотам, они работают, что правда ли привезут ли российский народ. Ох, не верю. Ну, все равно. Ну, я вам не приходи, я вам приглашу, приходи, посмотри. Хорошо. Еще говорят, знаете о чем? Что когда вас и вашего соратника по партии Юрия Бархоткина выманивали из КПРФ, занимался этим департамент внутренней политики Ивановской области. Это правда? Я думаю, что Юрий Бархоткин очень хороший человек. Но это не исключает возможности департамента работать. У него такое великое знание, что я до него не могу этого за него отвечать. А вас с вами департамент вел переговоры? Дело в том, что я как этого вот работал на выборам, я всем разговаривал, даже с губернатором, даже с главой города, они все меня знают, я их знаю. Да, всем да. Ясно. Ну вот, Азиз, у меня такой вопрос. Вы человек не то, что, в общем-то, не русский, вы не славянин, вы... Вас не смущает, вот вы пришли в родину, которая проповедует патриотические идеи, и один раз их даже за национализм снимали с выборов. Вас это никак не дергает? Я вам и скажу, что я здесь себя не чувствую, что я не русский. Я черный русский, они были русские. Что такое-то? Мы все из России, мы живем в Российской Федерации. Это не проблема. Самое главное, что мы работаем для России, для народа. Вот честно. Для Родины, самое главное. А вот тогда вы можете коротко сформулировать, что было вашей главной причиной вашего ухода из Ивановской ячейки коммунистической? Дело в том, что там было много разногласий. У меня там все друзья, я никого не обменяю, потому что там очень хорошие, активные люди работают. Единство, которое я с Коммунистической партией Российской Федерации региональной Иванова, только заявление я написал, что только из Иванова я выйду. А остальные, любая область, я могу работать. Ну, это я все заявления написал. Нам разногласные с некоторыми товарищами, которые лично появились. Ну, то есть после смерти Анатолия Федоровича Гордиенко все-таки этот процесс необратимо идет в КПРФ? После смерти, когда Анатолий Федорович был, это совсем другая партия была. Настоящая коммунистическая партия, которую я чувствовал себя как честный коммунист, во время Анатолия Федоровича был. После него она потихонечку разрушилась. Вы видите по своим глазам. А как так получилось? Ведь пришло 3-4 новых человека, и они так быстро скрутили вас, старых партийцев. Вы настолько слабы? Нет, или нет, они сильны? Нет. Вы правильно говорите этого. Не мы слабы, не их слабы. Мы их выбирали. Вот в чем дело. Вы их выбрали. Главное, что мы их выбрали. Мы не можем, когда мы выбрали против них что-то. Поэтому я из партии вышел. Потому что я лично за них голосовал. То есть нашли приключения на свое? Да, вот и все мы за них голосовали. Как можно? Тогда такой вопрос тоже обсуждается. Второй номер в списке КПРФ региональном стоит товарищ Нациевский. Не ивановец, бизнесмен. Правда, что эта кандидатура была спущена в последний момент, и рядовые коммунисты до конференции ничего не знали о нем? Вот это хорошо, что вы хорошо отвечали. При того, когда я отвечаю, вы уже вопрос дали, я отвечаю, что до выбора никто не знал. Да, это даже я сам не знал до выбора. Я слышал, кто-то приедет, но я не знал. Ну, там слухов очень много.
Когда люди сидят много... Коммунисты все знают, как, кто пришел, кто не ушел. Я надеюсь, что самое главное, что пусть настоящий коммунист приедет и что работает для КПРФ. А сам Владимир Кленов, он рад вот, появлению этого господина Нациевского? Ведь ходят слухи, что он тоже был неожиданно поставлен перед фактом и сейчас видит в нем своего соперника в будущем. Вот я вам скажу одну вещь. Товарищ Кленов, он очень строго и активно работает. Ну, у него немножко... Немножко, что свой ближе, кто его за него трудится и работает, их обижает. Вот немножко у каждого человека, когда работает, есть факт. А так он мой друг, я против его, против автонии. Вот самый хороший человек, который я вам скажу, это Алексей, который Маслюнкин. Вот он с Трепими. Он очень работает нормально и качественно. Говорят, работает. После выборов он тоже стартует из партии. Я надеюсь, что руководитель областной комитет КПРФ, знаете, что Маслюнкина берегут. Потому что некоторые люди, которые окружающие этого товарища Кленова есть, ну он сам знает, что это временно. Ясно. Спасибо, Азиз, это все. Напомню, что у нас в гостях был Азиз Мирмуджин, председатель областной организации общества русско-афганской дружбы, член партии «Родина», которая сегодня так активна на нашем политическом небосклоне. И до свидания, я с вами прощаюсь. А Азиз сейчас, я надеюсь, еще несколько слов скажет в рубрике «Постскриптум». Кухни Нольте. Настоящее немецкое качество и функциональность. Только для вас. Эксклюзивно в Нольте Кюхен. Улица Октябрьская, 12. Я хочу сказать, что я прошу всем партий, которые есть в Российской Федерации, или КПРФ, или Родина, Единая Россия, прошу вас, что выбор перед нами. Очень я их прошу, что грязь на друг друга не бросать, потому что они все русские, все россияне, мы все россияне. Давайте немножко уважаем себя и будем на выбор ходить как по законам. Выбираем друг друга и уважаем друг друга, обменяем друг друга. Прошу вас, что никакой грязь на друг друга не бросать, потому что за границей на нас будут издеваться.